нельзя сломать человека так, как ломают лошадь или собаку. Чем сильнее человека бьешь, тем больше он ожесточается. Чтобы сломать его волю, сломать дух, нужно сломать его разум. Люди думают, что можно сражаться с честью, что есть какой-то правильный способ убивать врагов. Это ерунда. Наркоз для совести. Нужно пережить настоящий ужас и мучительство.